Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» – яркий, абсолютно новый взгляд на шекспировскую драму. Спектакль поражает своим масштабом, проникновенностью и высочайшим уровнем в каждой детали, что приводит публику в бесконечный восторг. Это крутое шоу, честно скажу. Я участвовал в очень многих постановках, и не только Илья Вербуха, и в Америке, и в Канаде, «Звезд на льду», «Чемпионы на льду». В Азии очень много было постановок. Какие-то постановки, они более театрализованные, какие-то постановки чисто как показательные выступления, где есть ведущая и объявляет следующие номера. Так вот, и не потому, что мы здесь принимаем участие именно в «Ромео и Джульетте», но я хочу сказать, что это, наверное, лучшее, что есть в мире фигурного катания. Для спектакля было привезено более 100 тонн конструкции и оборудования. В творческой и технической группе задействовано свыше сотни участников. Для артистов сшито 400 невероятных костюмов, красочность которых завораживает. В спектакле звучат произведения великих композиторов Баха, Моцарта, Сергея Прокофьева и Мендельсона. И, конечно, декорации, которые поражают своей реалистичностью. Все это не оставляет равнодушным даже самого искушенного зрителя. По профессионализму тех, кто принимает участие в этом спектакле. Вокалисты – это и, как вы видите, на заднем плане мощные декорации. То есть здесь настолько до мелочей все сделано таким тонким образом, чтобы картинка вот эта, состоящая из многочисленных пазлов, она не просто была черно-белой, а была цветной. Уровень профессионализма фигуристов настолько высок, что захватывает дух. А за скоростью катания с трудом успевала даже видеокамера. Илья Вербух, постановщик, художественный руководитель спектакля, невероятно тонко распределил роли среди фигуристов, что привело к абсолютно точному попаданию в образы героев пьесы. «Ромео и Джульетта» вот настолько все тонко. Понятно, что и Таня Татьмянина, моя супруга, она выглядит как девочка как раз, то есть и по образу подходит. Если вы посмотрите спектакль, вы в этом убедитесь. «Ромео» – это чистый Маринин, вылитый. «Меркуцию» – это вот прямо вот конкретное стопроцентное попадание в образ. В этой картине, которая наполнилась светом и яркими красками, вот это просто картина, в котором пазл, каждый пазл нашел свое место. «Ромео и Джульетта» – уникальное событие, настоящий прорыв в истории российских ледовых шоу. Если вы все еще не знаете, как провести свой досуг, это один из лучших способов. Постановка будет радовать крымчан и гостей полуострова до 29 сентября. Катерина Андреева, Андрей Тымчук, Севастопольское телевидение.